Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вторая часть о моих косметических пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Начну я, в общем, сейчас что-нибудь вытащу из пакета. Что тут у меня есть? Во-первых, закончился у меня асептикум, гель для рук с триклозаном Доктор Вилсон, обеспечивает чистоту рук, придает ощущение свежести в объеме 50 мл. Покупала в Ашане рублей за 9. Так бы брать, наверное, не стала, потому что я вообще к этому спокойно отношусь, и у нас, по крайней мере, в Москве этих антисептиков стоит везде полно, особо надобности нет. Аромат у него такой необычный, приятный довольно-таки. Средство было жидкое, но мне хватило надолго, пользовалась редко. Кожу рук не сушила, ну, в общем, нормально. Следующее, что выбрасывает упаковка от массажера для зоны вокруг глаз. Покупала фикс прайс. Ну, вообще, для зоны вокруг глаз, мне кажется, что этот массажер не подходит. Он или должен быть более хорошего качества, где будет реально работать этот ролик. Ну, потому что данный продукт для глаз, как мне кажется, не подходит. Во-первых, ну, здесь вот показано только то, что тут магнит. Вот, собственно, и все. Написано, что массажер подходит для массажа кожи лица, области вокруг глаз, декольте и оказывает какое-то там магнитное действие благодаря роликовому элементу из магнита. Типа уменьшает отеки, круги, улучшает кровообращение. Перед массажем надо нанести крем или сыворотку. Ну и массаж позволит косметическим средствам как бы впитаться лучше. Рекомендуется использовать массажер легкими касательными движениями вдоль массажных линий. И использовать 10-15 минут. Ну, честно говоря, я не очень представляю, как это массировать глаза, там, зону вокруг глаз по 15 минут. Во-вторых, этот ролик вообще не вращается. Может быть, он и не должен... Ну, как? Вернее, он вращается, если на него нажать. Если легкие массажные движения, ролик ничего делать не будет. И мне кажется, что он будет еще и растягивать кожу, как я вот попробовала и не решилась. Но при этом этот массажер хорошо работает на носогубках. Собственно, для этих целей я его использую. Так, сразу тут, чтобы не валялось. Мешки для мусора марки «Каждый день» 10 литров, 20 штук. Хорошие мешки. Я, допустим, чищу овощи, кладу все это, завязываю, кидаю в общий мешок. Потом все выношу. Как-то так использую. Дальше. Закончились у собаки. Одноразовые пеленки марки «Каждый день». Ну, тут 10 штук, 60 на 90 для взрослых. Ну, я не знаю, как бы они не сильно как-то впитывают, не сильно удерживают запах. Ушастик, правда, так сказать, нужду сюда не справляет, но у него, пардон, легкое такое недержание, поэтому я как бы в бандаж кладу пеленку. Ну и еще ему на подстилку под чехол кладу на всякий случай. Потому что, ну, чтобы саму подстилку хотя бы не стирать. Закончилась у меня свечка. По-моему, она была из Икеи. Да, скорее всего, она была из Икеи. Приятно пахнет манго и довольно-таки быстро у меня закончилось. Ну, как быстро? Наверное, где-то, может быть, с осени. Да, скорее всего, я где-то осенью приобретала. Для меня это быстро, потому что многие до сих пор стоят, как бы хорошо не пахли, хотя вы знаете, свечки я использую регулярно. И еще одна свечка, тоже из Икеи, с ароматом перца у меня закончилась. Потрясающий аромат, очень классный. Собственно, вот сначала, по-моему, я эту приобрела, потом вот ту свечку. И именно они у меня закончились
быстро. В принципе, здесь вот еще воск есть, но уже все это не горит. Я не знаю, можно в теории, наверное, все это растопить, вставить фитиль. Но фитиля как бы у меня нет, и я не знаю, как бы стоит это делать или не стоит. Ладно, посмотрим. Но стаканчики я выбрасываю, отмывать я их как бы не собираюсь. Так, что еще? Влажные салфетки, гигиенические. 80 штук, это уже новая упаковка. Тоже хорошие, нормальные. 40 рублей или 40 с копейками. Нормально пропитанная, для всех целей использую, никаких нареканий. От этой же марки у меня ватные диски 120 штук с эффектом прошитого края. Вот 80, по-моему, не прошиты. Но и те, и другие хорошие, не остаются на лице, достаточно мягкие, комфортные. Ашан с птичкой, салфетки бумажные 100 штук, 17 рублей стоили. Хорошие салфетки, тоже пользовалась с удовольствием. Взяла, кстати, первый раз, до этого брала марку каждый день. Пакеты для завтрака 50 штук, 31 на 24. Тоже стоят какие-то копейки, вполне хорошие. Мне нравится то, что у них такое вот донышко объемное. Не просто вот пакет, а у него донышко есть. Это довольно-таки удобно. Я для заморозок могу использовать. Еще у меня салфетка с антибактериальным эффектом от KFC закончилась. Но я до еще лечебного голодания что-то там брала и дали салфетку. Сменные блоки для ролика 2 штуки из фикс прайс, вот эти вот липкие. Нормальные ролики, все хорошо с их помощью убираю, тоже претензий к ним нет. Мочалка, типом написано Биокос спа мочалка массажная. Ну, это обычный такой бантик зеленого цвета, не так давно покупала, уже несколько раз воспользовалась, пока мочалка жива, вроде бы разваливаться не собирается, хорошо вспенивает гель, что еще, в общем-то, надо. 54 рубля стоило. Также пергамент, ну, бумага для запекания марки «Каждый день», 30 на сантиметров на 6 метров, тоже стоило то ли 14, то ли 17 рублей. Использую довольно. От кафе Мими Суперфуд. Вот у меня в прошлом видео был крем для тела. И теперь вот сахарно-солевой скраб для тела Детокс. Грейпфрут и лемонграсс. Ну, такой легкий скраб, довольно приятно пах. Использовала, в общем, с удовольствием, нормально. Я просто сейчас скрабы мало использую. Закончились у меня духи. В прошлой части я показывала свою новиночку от Olerehab, Choco Mask. Ну, а до этого я покупала аромат Сандра. Вот этот аромат, он очень стойкий, очень яркий. Всегда я, когда им пользовалась, получала комплименты. И главное, я сама на себе ощущала. У меня упаковка, по-моему, не сохранилась. Да нет, точно не сохранилась, поэтому я не могу сказать ноты. Но аромат очень приятный. Жаль, что закончился. Я вот даже не знаю, выкидывать или еще пока в белье в открытом виде положить. Наверное, скорее всего, так я и сделаю. Так, что у меня здесь есть еще? Ага, у меня есть вот такая упаковка из Fix Price. Это 4 маски, курс из 4 тканевых масок, подтягивающие. Знаете, у них есть один минус, я о нем скажу сразу. Грубая ткань, она такая толстая, и вот по вот этим краям плохо прилегает коже. То есть с этими масками нужно лежать. Ходить и заниматься своими делами, к сожалению, вот именно с этими масками невозможно. Это их как бы минус. Но во всем остальном я могу эти маски только похвалить. Они потрясающие. И несмотря на это лекало, я куплю, и да, я заморочусь, я полежу. Потому что, во-первых, наносишь на лицо, сразу начинается покалывание, пощипывание и холодок.
И когда, ну, приходит время снимать маску, здесь написано 15-20 минут. Ну, да, наверное, если лежать, то я скорее 15-20 минут. Конечно, я люблю с масками ходить и подольше. Вот. Когда снимаешь эту маску, холодок остается минимум в течение часа. То есть маска реально работает. И внешний вид становится гораздо лучше. Единственное, что, конечно, я вот два раза вечером использовала и два раза утром. Вот утром прям реальный эффект виден. То есть это скорее вот утренняя маска, ну как бы встать с кровати, взять маску и еще лежать. Не, ну можно. Опять же, можно заморочиться, маску я храню в холодильнике. Вот потом реально такой свежий, хороший цвет лица. Отеки, конечно, все это не убирает полностью, но сокращает. Лицо выглядит хорошо после. Вполне даже. Недельный курс, понедельник, среда, пятница, воскресенье. Так, ну а что нам обещают? Гранат, коллаген здесь. 60 мл объем. Эффективен при применении недельным курсом. Значит, стимулирует синтез коллагена, подтягивает контур лица, придает коже упругость, помогает сгладить мелкие морщинки. Ну, насчет морщинок я, конечно, не знаю, но очень достойный продукт. Вот если бы еще ткань была хорошая. Дальше, ну, у меня еще осталось на один раз. Это крем-пудра 3 в 1 и от Елена. Ну, это фабрика «Рассвет», по-моему. Крем-пудра выравнивает тон, увлажняет кожу, устойчивая формула. У меня первый оттенок натуральный, 50 мл. Мне подарила моя ученица Катя. Привет тебе, огромное спасибо. Она увидела, вроде, насколько я помню, у блогеров хвалили. Она купила, понравилось, и она мне тоже такой приобрела. Потрясающе. Сначала вы наносите, крем очень жидкий. И кажется, что он ничего не делает, что это обычный крем, который по какой-то причине еще ну, такого вот, да, цвета, с пигментом. Но на деле в течение нескольких минут у вас лицо начинает преображаться. Идеально ложится крем. Кожа, ну, классно выглядит, вот реально классно. Да, мне ученица говорила, что к вечеру, конечно, крем сползает, но вот эффект вот наносите, и буквально 2-3 минуты, и вы видите, как у вас на ваших же глазах ваша кожа преображается. Потрясающая крем-пудра. Я повторю, я разрезала, здесь еще, наверное, на завтра хватит. Несмотря на то, что крем жидкий, тут это какой на один раз? Тут еще на несколько хватит, так что я сразу в сторону отложу. Очень советую. Дальше у меня на один раз закончилась от фабрики «Свобода» вот парадонтол сенситив зубная паста. Здесь не содержится фтора, поэтому я ее покупаю. Также она не термоядерная. Короче, она мне нравится. Я уже вот у меня и в маленьких упаковках была в Ашане по 45 рублей. Но вот эта большая 55 фикс прайс вообще выгодно. Так, а теперь покажу еще две зубные пасты. Я ими только буду пользоваться, но я уже первое свое впечатление о них составила. Значит, первая паста вот такая, просто тут ходила к зубному врачу, мы с ним разговорились по поводу паст. Я сказала, что это какая-то напасть, невозможно найти пасту без фтора, приходится постоянно изучать составы, но он мне объяснил, что в принципе фтор в пасте, для чего он содержится, он мне объяснил, что в общем-то это даже очень неплохо для зубов, но чтобы фтор реально плохо действовал на зубы, это нужно их просто с вечером, не знаю, там наносить зубную пасту, не смывать, ложиться спать, и так в течение месяца. Тогда, может быть, будет вред. А так, в принципе, если почистить зубы, хорошо прополоскать, то вреда не будет. Он говорит, можно смело брать. И я, короче, пошла сегодня в фикс прайс, потому что вот эта паста уже на исходе. Схватила, думаю. Он мне, кстати, посоветовал, ну, это-то, понятно, не Корея. Он мне посоветовал корейскую какую-нибудь дорогую пасту взять. Он говорит, это самое лучшее. Вот, ну, короче, я думала, ладно, возьму хоть какую-то сейчас. Взяла Силка Мед за 55 рублей. Думаю, наверное, там есть фтор, и я читаю, что фтора здесь нет. Ну что ж, это прекрасно. Но при этом
мы обсудили еще такой момент. Он мне сказал, что если как бы нет желания пользоваться пастой с фтором по каким-то причинам, тем более, что бывает и вода фторированная, да, он мне сказал, что можно взять просто детскую пасту зубную, потому что детские пасты фтор не содержат. Я ему сказала, говорю, ну, девочки на ютубе говорят, что детская паста ничего не очищает, это баловство. Он говорит, нет, детская паста очищает зубы хорошо. Она отличается как бы от пасты для взрослых, в основном, ну, как раз-таки хорошим вот этим, ну, нормальным составом, да, как бы, и, ну, насколько я поняла, тем, что детские пасты, у них нет столько направлений, как у взрослых, да, то есть там осветляющие или еще какие-то. Вот детские пасты – это вот просто очищение зубов. И с этим, он сказал, они справляются как на взрослых, так и на детях прекрасно. И я себе взяла вот такой ацплат Juicy Lab, персиковое чудо. Он мне просто сказал, что нужно зубы-то, как бы, если чистить нормально, не как мы быстро, 30 секунд и побежали. Если чистить зубы как положено, то хоть взрослая паста, хоть детская будет очищать хорошо. Если, понятное дело, там 30 секунд и побежал, то и взрослая паста тоже ничего такого не даст. Поэтому он говорит, что в принципе вполне можно взять детскую пасту. Правда, он еще сказал, что сплаты, еще что-то, локолют, кажется, стали подделывать. Вот. Но я пришла, вот эту и эту попробовала, мне на вкус и то, и другое понравилось, очищает и то, и другое хорошо, действительно, он прав, если хорошенько почистить, вот. Но просто, знаете, как бы вот это по своей консистенции, она что ли более щадящая, какая-то более нежная. Это тоже не термоядерная, очень приятная на вкус. Но она как бы то ли пенится больше, то ли вот что-то такое, то ли, я не знаю, как это объяснить. Но в общем, мне нравится и то, и другое. Я буду утром и вечером пользоваться вот этой пастой, а днем, например, буду пользоваться вот такой. Скорее всего. Ну, посмотрим, для разнообразия. Потому что вот эту я люблю и буду повторять, но мне хочется от нее отдохнуть, знаете, через год. Вот. А так, в дальнейшем я буду и эту иногда брать детские пасты, и для разнообразия буду брать какие-нибудь еще, просто какие нравятся. Независимо от, скажем так, есть там фтор или нет. Так, и еще две упаковки из-под крема. Вот такая вот милота. У меня многие видели во влоге и в инстаграме. Мухомор против. Я по 175 рублей они. Здесь 75 миллилитров покупала я в магазине «Русские корни». Там вообще классный магазин. У нас они по всей Москве. Вот. И этот и тот, и другой крем подходит не только на лицо, но здесь написано и под глаза. А я попробовала этот. В принципе, ну, я не могу сейчас составить полное мнение, но мне кажется, они неплохие. А вот у этого более яркий аромат, он мне что-то напоминает. У этого очень нежный аромат. В пустышках потом, в очередных, я уже и во влогах расскажу более подробно, но 2 или 3 дня я ими уже пользуюсь. И меня, конечно, привлек мухомор. Так, и еще... Так, еще у меня последнее, что осталось вам рассказать. Я еще в этой же, ну, как аптеке или в магазине «Русские корни», я шла туда за китайскими прокладками. В упаковке 10 штук, на них хорошие отзывы. Я когда-то в 2003 или, ну, в 2000 каком-то году я пользовалась, когда у меня была паническая атака, очень сильная, и после, конечно, организм расшалился так, что вот, и я пользовалась. Ну и в этот раз после, потом все было нормально много-много лет, а сейчас у меня случилась, вы знаете, очередная паническая атака. А если бы, конечно, я начала лечебное голодание раньше, этого бы не случилось. Ну, в общем, я решила тоже, поскольку все по одному сценарию протекает, я решила на всякий случай взять упаковочку таких прокладок. 10 штук стоят 450 рублей. И, насколько я помню, и также плюс по отзывам, хотя у меня были какие-то другие прокладки,
А на третьей прокладке они уже начинают работать и давать очень ощутимый эффект. Они как бы вообще лечебные, там от кучи всяких болячек, но мне в основном для профилактики, плюс я еще же застудилась тут, поскольку очень холодно, плюс у меня недостаток веса, соответственно, я постоянно мерзну, ну, короче, понимаете. А прокладки тоненькие, и они такого, ну, как цвета, как вот так отвар трав. И они очень так пахнут травами. Кто-то говорит, что в отзывах, что им не нравится, мне аромат понравился. В общем, на третьей вот прокладке я заметила эффект. Каждую прокладку носят сутки. Ну, я понимаю, что такая тема не всем нравится, но я в этом не вижу ничего плохого, так что могу посоветовать. Есть еще разные варианты, и они, в общем-то, все хороши. Я вообще верю в китайскую медицину, в аюрведу, как ее, в гомеопатию, но не верю в медицину традиционную. Вот такие были у меня пустышки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.